Артем Волков, 49-й номер, здесь не сумел грамотно распорядиться шайбой. Олег Губин получает передачу из-за ворот и не успел Константин Волков подстраховать. Вот так в обороне. Ну, делать это надо. Опасно. Красок и шайба в воротах. Динамовцы сравнивают результат. Юсу Хитонен. Автор первой шайбы Динамо в новом сезоне. Что ему удавалось частенько делать в нижегородском Торпедо? Если задержаться на чужой территории не получается. Сделать передачу. Продолжается атака. Хороший момент. 2-1. Динамо выходит вперед. Вот так вот. Максим Карпов. А природа этой заброшенной шайбы московского Динамо очень сильно напоминает первый гол в этом матче, когда забрасывала Сибирь. Там тоже небрежно сыграли за воротами динамовцы, и в результате шайба пришла на пятачок неприкрытому игроку Сибири. Потом Александр Ерёмин постарался сыграть в такой же манере, тем более Сибирь там нет, уже демонстрировал. Сейчас атака Динамо. Автор на ворота лезет. Да, сегодня это какая-то сумасшедшая реализация момента, согласись. Да. Фантастика, говорит Мэтт Робинсон, Анселю Галимову. Классика. Дважды Александр Салов выручил команду. Да. Раз. Блином играет. Ну и там шайба попадает уже в щиток. Да, момент у Алексея Цветкова был. Все-таки в этом сезоне, наверное, куда сложнее сибирякам. Ох, момент какой! Практически выход 1-1. И Александр Еременко команду выручает, но правила были нарушены против Степана Санникова. Больше всего сейчас беспокоит динамовцев. Я думаю, как раз здесь конкуренция за место основного вратаря разгорится между Еременко и Лазучиком. Да, мне тоже так кажется. Голубые. Смотрим. Сейчас подправили немножко статистику. Момент какой, и шайба в воротах. Новосибирцы сравнивают результат при игре в формате 4-4. Умел из защитников помешать Давиду Густу. Да, Еременко уходит со льда, все-таки получил повреждение. Ну и дебют
дебютировать сейчас в этом сезоне, в новом сезоне Александр Широченко. Продолжаем динамовцы, контролируют шайбу. Передача, бросок. Соло вытаскивает эту шайбу. Почувствовал потом ее. Ох, бросок какой Широченко. Улавливает эту шайбу. Пойдет один на моих соперников. Шайба попадает, еще один травмированный игрок у нас. Поговорилось. Доктор команды и проблемы с коленом. Сергей Жмакова так приседал. Сейчас протер свой визор, застегнул шлем. Победу в новом сезоне на новой арене в первом официальном матче 8-го сезона континентальной хоккейной.